Полиция объявила в розыск известную модель Валерию Соколову, которую считают виновницей сразу двух ДТП в Подмосковье. Одно из них случилось на Новорижском шоссе. Гелендваген, которым управляла Соколова, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль, в котором ехала беременная женщина. Как утверждают очевидцы, владелица внедорожника была пьяна. Репортаж Максима Парина. Черный Гелендваген начинает набирать скорость почему-то по встречной полосе. Не проехав и 100 метров, он лоб в лоб сталкивается с иномаркой. Я успел остановиться, а как выяснилось, девушка, которая там ехала, и не думала останавливаться, она остановилась за счет нас. Сергей в машине был с женой, Дарья на 9-м месяце беременности. Ни она, ни будущий малыш не пострадали, но помощь медикам маме все-таки понадобилась. От стресса у нее подскочило давление. Она сразу мужу сказала, вызывай скорую, потому что у меня сердце начало просто биться в такой... За рулем Гелендвагена предположительно находилась модель Валерия Соколова. В интернете масса роликов с ее участием. Вот она отдыхает на море, а это съемки в рекламе. Желаю всем девочкам волшебной встречи, 2018 год. Почему она ехала по встречной полосе, светская львица объяснить так и не смогла. Единственное, что у нее спросил, когда я спросил, ну, она пьяная, она говорит, но она мне кивнула, что да. То есть разговора у нас с ней не было, как такового. А она непонятно о чем говорит вообще? Ну, то есть... речь какая-то вообще непонятная. О чем человек говорит? Кому-то названивает. После этого автоледи нажала на газ и уехала. Все по той же встречной полосе. Как выяснилось, это не единственное ДТП, в котором поучаствовала Соколова за этот вечер. В машину Сергея и Дарьи она врезалась, пытаясь скрыться с другой аварии. Водитель, управляя автомобилем «Мерседес», совершил столкновение с попутно движущейся автомашиной, после чего попытался покинуть место ДТП и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил еще одно столкновение с другой иномаркой, после чего с места происшествия скрылся. Возбуждены два административных расследования по части 2 статьи 12.27. Оставление водителя в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия. Уже на следующий день Валерия Соколова продолжила выставлять фотографии в соцсети. По примерным оценкам, ущерб, который понес Сергей, 500 000 рублей. На звонки Соколова не отвечает. Сотрудники полиции объявили модель в розыск. За то, что она скрылась с места ДТП, ей грозит лишение прав или арест на 15 суток. Максим Опарин, Владимир Войнов, «Вести».